Значит, мы начали разбирать такое понятие, которое тут широко применяется, как коммунизм. Что такое коммунизм? И вот те, кто были на первом часу, они уже знают, что это такое. А мы сейчас спросим, вот, товарища Кукушкина, коммунизм что такое? Не дадите ли нам простое и понятное определение? А? Громче. Затрудняюсь ответить. Ну вот надо сказать, обратите внимание, что вот так буквальных таких определений, да, не всегда найдешь вот в этой работе. Хотя в других работах, вот, или Маркса и Энгельса, или в работах Ленина, где очень простые есть определения. Коммунист значит общий. Ленин говорит, коммунист – это латинское выражение, которое означает общий. Что такое коммунизм? Это общий труд, общая собственность и общее распределение. Вот что такое коммунизм. Но у нас большую, так сказать, сложность вызвал вопрос о том, что такое капитализм. От капитализма вы знаете, что такое? И капитализм не знаете, а вы? Что такое капитализм? Ну, чтобы ее не перепутать с огурцом. Или еще с чем-нибудь. Ну, согласитесь, да? Ну, как вот, вот культурологи, культурные люди. Философия культуры. Должны знать такие понятия, которые являются всеобщими, правда? Вот мы сейчас живем в каком обществе? В коммунистическом или в капиталистическом? Как вы узнали? Как вот я не очень понимаю, как вот можно узнать, в каком обществе мы живем, если я не этого определения не знаю. А вдруг мы в феодальном живем? Или вы методом исключения это определили? Значит, не рабовладельческое. Ну и первобытный общинный коммунизм, не коммунизм и остался, и не феодализм, и остался капитализм, да? Так вот, что такое капитализм? Не попробуйте это сформулировать. Ну, это идеология, которая предусматривает, наверное, может быть, частную собственность. А почему идеология? Разве капитализм – это не общественный строй? Это не общество, а определенная форма общества, да, формация общественно-экономическая, которая предусматривает частную собственность. А рабовладение тоже подпадает под это определение. Это тоже предусматривает частную собственность. И феодализм подпадает под это определение, если так. Согласны? Ну вот я сразу перед началом перерыва, мы беседовали, остановились на очень простом определении капитализма. Это капитализм – это всеобщее товарное хозяйство. Вот это можно записать, зафиксировать, надо это дело нам рассмотреть. Почему это определение капитализма? То, что тут вроде слово «капитал» или «капитализм» не присутствует, правда? И частная собственность не присутствует, ничего не присутствует. Всеобщее товарное хозяйство. А что такое? Ну, для этого надо понимать, что такое товар и что такое товарное хозяйство. И что такое всеобщее? Вот если мы это все разберем, то мы и получим. Значит, что такое товар? Давайте. Что такое товар? Давайте я там еще написать. Екатерина, что такое товар? А, это ваше, да? Да. Что такое товар? Товар, знаете, что такое? То, что мы покупаем. То, что мы покупаем, это не определение, потому что покупка более сложная категория. Покупка. И это обмен денег на товар. И у меня есть деньги, я меняю на товар. Правильно? Поэтому, чтобы знать, что такое товар, ну, выходит, надо знать, что такое покупка, еще более сложная. А надо определять через более простое. Что такое товар? Это какой-то предмет, вещь. А? Это какой-то предмет, вещь, которая участвует в... каком-то обмене. Ну, да, это вещь, которая участвует в обмене. Она участвует в обмене. Или
Или люди получают ее через обмен? Ну, люди получают, ну, как бы пассивно. Или производят для обмена? И производят для обмена. Вот производят для обмена. Вот сначала можно, начинается товарный вообще, появляется товар, просто продукт, который переходит в потребление через обмен? Через производство. Через обмен. Еще нет производства, еще не производили для обмена, а производили для другого. Но случайно встретили и обменяли. Вот у меня книжка «Маркс и Энгельс. Немецкая идеология». Мы случайно с вами встретились, а у вас как раз ее нет. Вы мне там, что у вас есть хорошее? Телефон, а я вам книгу. Вы производили свой телефон? Нет. Я производил? Нет. То есть это еще не... А обмен состоялся. Вот продукт, перешедший в потребление через обмен, есть товар. Ну а товарное производство, когда или товар в более глубоком и прочном определении, которое связано с производством, это продукт, произведенный для обмена. А что такое тогда товарное производство, Екатерина? Если товар – это продукт, производимый для обмена, то производство товарное. Производство товаров. Да. Очень просто здесь. Это производство товаров. А что значит всеобщее товарное производство, когда товаром становятся не только вещи, но и становится товаром и рабочая сила. А что такое рабочая сила, знаете? Вот вы так, значит, вроде согласно покивали, и так у нас уже достигнуто единство с вами. То, что человек продает. Да как что он продает? Вот хочется и узнать, свои что услуги. Это. А? Свои услуги, свою. Услуги он продает? Почему услуги? Свою деятельность? Нет, сначала он продаст рабочую силу, а потом начинается деятельность. Рабочую силу сначала продают, а потом включают ее в производство, правда? Рабочая сила – это способность к труду. Вот вы придете наниматься на работу, я могу то делать, все делать, вот это делать. Способность к труду. Способность к труду. А более полное определение – совокупность материальных и духовных потенций, которые пускаются всякий раз в ход при производстве материальных благ. Так Маркс определял. Ну, конечно, вот такие классические определения есть в «Капитале». Понятно, что вот... Как всякое первое произведение, оно в известном смысле что-то здесь ярче, поэтому высвечено, поскольку впервые появилось. А с другой стороны, какие-то чеканные формулировки более поздних, вот, в «Капитале». То есть, как только товарное производство начинает затрагивать и вот эту, и рабочую силу, а вы продаете же ведь не, вот если бы это было рабовладение, то бы вас бы просто с потрохами продали и все, или меня. Так, то есть продажа человека. Продажа человека – это рабство. А если это, причем, если вы возьмете крепостное право, то оно тоже предполагает и допускает продажу людей, правда? Но в чем отличие от рабства? Чем отличается крепостничество от рабства? И там продают, и тут продают. Крепостного можно продать землей, без земли, семьей, без семьи. Правильно? Продать. В чем отличие крепостного права все-таки от рабства? Значительно выше этот общественный строй. Или никакой разницы нет? В чем разница? А? Значит, да, разница есть большая. В чем разница? Работа, работа только для господ, а крепостные в определенные дни работают для себя. Правильно, раз. А еще? А крепостного убить можно? Нет. А раба? Можно. Большая разница? То есть раб не рассматривается как человек. Говорящее орудие. Ну вот, есть говорящее орудие, его можно убить в любой момент.
А если мы берем капитализм, здесь уже человек свободный. То есть его никто не может заставить работать, нет принудительного труда. Вот у нас, например, сейчас в Конституции России записано право на забастовку. Что это означает? Что труд не является принудительным. Нельзя просто так заставить при любых условиях человека работать. Вот если он не согласится, то и заставить его невозможно. Дескать, вот мы вас заставим. Хотя в последнее время заговорили, что вот собирается какой-то закон о тунеядстве принять. Это довольно забавно, потому что, во-первых, по смыслу этого способа производства работодатели, то есть представители работодателя, собственники средств производства, имеют доходы от собственности, от нетруда. И в этом смысле они тунеядцы. Во-вторых, в условиях, когда есть безработные, то есть когда люди обивают пороги, пытаются устроиться, а им негде устроиться, объявлять их безработных тунеядцами, тунеядцы – это те, которые не организовали так производство, чтобы у людей была работа. А тут получается, что тунеядцы – те, которые являются безработными. Конечно, каждый отдельно взятый человек может устроиться, но общая сумма рабочих мест при капитализме всегда меньше числа продающих свою рабочую силу. Почему? Потому что иначе вы же будете требовать такую зарплату, что на вас не напасешься. А когда есть безработные, то вот эта вот резервная армия, она регулирует уровень заработной платы, тот, который позволяет иметь высокую прибавочную стоимость, высокую прибыль. Следовательно, значит, что у нас получается? Что такое капитализм? Это такое, это всеобщее товарное хозяйство, то есть товарное хозяйство на том этапе его развития, когда рабочая сила становится товаром, то есть оно вызревшее уже. Что вот не просто там какие-то продукты являются товарами, но и сама рабочая сила, сама способность к труду, которую люди продают на время, то есть на 8 часов работы в день. Кто будет распоряжаться вашей рабочей силой, если вы ее продадите? Ну, в течение рабочего времени будет распоряжаться тот, кто купил. Правильно? Не вы будете определять, что вы будете делать, а то, что вы будете делать, будет определять там собственник, менеджер, руководитель и так далее, распорядитель. Вот, и вообще промышленность и производство предполагают беспрекословное подчинение требованиям организаторов производства. Верно? И наоборот, в обеденный перерыв – это рабочее время или свободное? Свободное. Вот в обеденный перерыв все хочу, то и делаю. Правильно? И за пределами рабочего времени. Опять это, так сказать, никак не касается этого. То есть вот оно является временем нерабочим. Вот это капитализм. То есть капитализм – это не просто там плохое, хорошее, это не научное определение. Научное определение, его, оно такое историческое, оно берет ход, вот знаете, целая история товарного производства. Например, товары были при рабовладении? А? Как вам говорит? Были товары. Рабов даже продавали. Купить можно было, продавали, и не только. И деньги были уже, и можно было купить. Но само производство рабовладельческое являлось товарным? В целом? В целом нет. Отдельные вещи проводились, производились для обмена, а в целом вот рабы работали для удовлетворения потребностей рабовладельца. И все. Ну а часть можно было продать, на них купить там драгоценности, на вырученные деньги. Можно было купить пряности, какие-то экзотические товары и так далее. Но оно в целом товаром не являлось. Тот же самый феодализм. Вот можете, феодальное производство было товарным или нет? Вот пришли работники на барщину и работают 3 или 4 дня в неделю. Они работают для чего? Для того, чтобы у барина было в закромах все зерно, чтобы было, грибы были засолены, заготовлены в погребах, правильно? Чтобы сало было, чтобы мясо было, так, ягоды, чтобы были, варенье и прочее. Можете себе представить, чтобы кто-то при феодализме, вот помещик бы обнаружил,
что у него в продукте лежит, закладывается какой-нибудь фальсификат. Допустим, кто-нибудь бы стал бы масло ши или это самое, ну, пальмовое масло вместо молока в те продукты, в которых должен быть молочный жирозаклад. Но могло быть такое при феодализме? Нет. Зачем он это будет делать? Или, значит, сварил квас и туда бензоат натрия. Мыслимо такое или нет? Нет, конечно. Зачем кладут бензоат натрия? Чтобы можно было и через месяц, и через 3 месяца, через 4 месяца топить. Или, допустим, масло. Если кто помнит, как раньше сливочное масло продавали, вы, наверное, и не помните. Девушка, вот, потому что я вот помню, это мальчишки такие вот кубы стояли в гастрономе. Эти кубы, поскольку это масло настоящее было, то оно естественно, желтело, снаружи окислялось. И вот придут, так сказать, эту вот окисленную часть снимут ножами и начинают нарезать вам, значит, там 200 грамм, там сколько-то грамм и так далее. То есть масло это окислялось. Почему оно окислялось? Потому что оно натуральное. Ну, а если масло вот может полгода храниться, 200 грамм, что это такое? Что надо в него положить? Что значит, оно долго хранится? Его не едят бактерии. Даже бактерии его не едят. А мы его едим. Трусов такой есть, который наш Тизопром возглавляет, Ленинградский областной. Он рассказывает про эти самые ножки Буша. Ножки Буша, они почему такие дешевые? Потому что их надо выбросить на помойку. Потому что производство продукции птицеводства сейчас совершается так, что на фабрике, птицефабрике, 100 или 200 тысяч кур, несушек сразу. И очень высока опасность заражения. И чтобы не было болезней, в корм добавляют пенициллин. Этот пенициллин, который добавляют курам в корм, он, конечно, вряд ли нужен вам для пищи. Да? Вы же прекрасно знаете, что привыкание к антибиотикам означает, что у вас вот что-то заболит серьезное, и антибиотик невозможно будет использовать. Так вот, этот пенициллин отлагается в темном мясе. У курицы есть светлое мясо, это грудки, вся эта часть, кроме ног. А есть окорочка. Вот в этих окорочках весь этот пенициллин и оседает. Это отрубает эти окорочка и отправляют в Россию. Уже не отправляют. Уже не отправляют, потому что изменился, так сказать, курс доллара в том числе. Стали очень они дорогие, эти окорочка, и тогда их прекратили отправлять. Прекратили отправлять, когда санкции начали действовать? Нет, уже окорочка давно. Вот у нас появился, снова поднялся наш птицепром после вот такого нашествия окорочков, когда состоялось при Гайдаре резкое повышение цен и, соответственно, падение курса рубля. И тогда все наши, опять наши птицепром, наше выгодным стало производство своих продуктов. А все иностранные, ну вот как сейчас, все, что покупается за границей, резко дорожает. Вот тогда уже это произошло. И поэтому у нас сейчас много своей курятины, и даже наши меры принимали еще и 2 года назад, что мы не будем приобретать американскую курятину, потому что они хлоркой обрабатывают, хлором. А хлор, как известно, как вы его потом не отмываете, он остается частично. И это опасно для здоровья. А они по-прежнему обрабатывают не так, как положено, а вот таким варварским способом в США. Короче говоря, кто бы при этом самом феодализме стал бы производить то, что принесет вред здоровью, если производство для потребления делается. Но что-то производится уже и для обмена. Причем что-то для обмена начинают производить и феодалы, и что-то производят для обмена и крестьяне. Правда? И тогда появляется товарное производство. И тогда появляется вот и такая поговорка: «Сам бы ел, да деньги надо». То есть то, что я произвожу для обмена, это я произвожу для денег, а потом бы я уже сам бы это и не ел, то, что вам произвожу. Это для вас, а это для себя. Так, ну мы разобрались с этим, что есть капитализм, и продолжаем, вот для тем товарищей, которые пришли, продолжаем
рассмотрение тех категорий, которые мы не можем не знать. У нас уже теперь последнее занятие придет 6 мая и зачет 13 мая в 11:40. Аудитория на это же, да? Наверное, скорее всего, здесь. Здесь. 11:40, 13:10 у нас зачет. И поэтому не может быть таких тут категорий, которые, так сказать, мы не знаем. Вот мы разобрались, что такое коммунизм, что такое капитализм. Теперь надо разобрать понятие социализма. Тут оно везде используется. Немецкий социализм. Вот какой это смысл имеет? Что это за немецкий социализм? Как вы это понимаете? Это имеется в виду, когда говорят немецкий социализм, вот здесь, в этой работе, имеют в виду общественный строй или идеи? Идеи здесь имеют в виду. А что это за идеи социалистические? Вот как это, почему это называется социализмом? Что такое вообще социализм, как вы думаете? Вот как вот вы читали, как вот вы воспринимаете это? Что, вот, что понимать надо под тем, что вот в этой книге называется социализм? Вот те люди, которые выступали как социалисты, что это за социалисты такие? Значит, это не такой простой вопрос. Не такой простой вопрос, и ответ на него можно найти в коммунистическом манифесте Маркса и Энгельса. Понятие социализм первоначально употреблялось для учений, которые отрицают капитализм, выступают против капитализма. То есть как идейные течения, отвергающие капитализм. И вот если взять структуру коммунистического манифеста, там последовательно рассматриваются различные противоположные капитализму идейные течения, отвергающие капитализм, осуждающие капитализм, с разных позиций. Ну, во-первых, феодальный социализм. Как вы думаете? Феодалы, они отвергают же капитализм? Феодалы, они за то, чтобы было вот хозяин, барин, все устроено, есть барщина, крестьяне там работают на своем участке, так, могут и отдохнуть. И о них барин позаботится в голодный год. А рабочий кто позаботится? Ну, если нет у вас денег, и вы умрете, это ваше дело, вы свободный человек. А если вы мои крестьяне, я не дам вам умереть, потому что я тогда не буду помещиком, правда? Потому что если у меня умрут крестьяне, кто я буду? Богатство феодалов – это крепостные. Поэтому феодальный капитализм рассказывал, какая была жизнь хорошая, какие были продукты, какие все натуральные, какая, так сказать, все это здорово, налаженная жизнь, традиции сохраняются, все, уважение, семья патриархальная, все хорошо. Нет разгула всяких там дурным привычкам и прочее. Феодальный социализм. Он какой, прогрессивный или реакционный? То есть он отрицает капитализм с позиции прошлого. Позиции прошлого строя. Поэтому, поскольку он отрицает капитализм с позиции прошлого строя, он реакционный социализм. Реакционный феодальный социализм. То есть, как учение он, это реакционное учение. И 100 раз они будут называть его социалистическим, это реакционный социализм. Второе, значит, учение, если брать следующий класс, мелкая буржуазия. Какова судьба мелкой буржуазии при капитализме? Значит, кто такой мелкий буржуа? Мелкий буржуа – это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Вот то, что у нас называется самозанятый или имеющий свое дело. Вот у вас свое дело или нет, вот то, что вы занимаетесь здесь? Это же ваше дело, правда? Казалось бы, что значит у них свое дело, а у нас что не свое? А у меня что не свое дело, что я вот преподаю вам? А чье это дело? Чужое? Странно довольно. И вы будете заниматься, будете своим делом заниматься всю жизнь. Но тем не менее, значит, вот считается, что есть люди, у которых свое дело, самозанятые и так далее. Кто такие? Мелкие буржуа. Они же, между прочим, не
патриархальные какие-то производители, которые произведут огурчики, сами и съедят. Нет, они производят на рынок. Производство товаров на рынок с общими средствами производства, это мелкотоварное или мелкобуржуазное производство. А соответствующий класс – мелкобуржуазия. Вот мелкобуржуазия, как она относится к капитализму? Что сулит капитализм мелкобуржуазии? Основные классы буржуазного общества какие? Основные. Основные классы буржуазного общества – это рабочий класс и кто? И буржуазия. Рабочий класс и буржуазия. А мелкая буржуазия – судьба какая уготована? Мелкая буржуазия стремится стать настоящим хозяином, вырваться из положения мелкого буржуа и стать настоящим буржуа, настоящим хозяином. Это естественное стремление мелкой буржуазии, правильно? То есть накопить деньжонок, нанять работников и превратиться в буржуа. Ну и какому проценту это удается? Поэтому это удается ничтожному проценту мелких буржуа. Поэтому как относится мелкий буржуа к капитализму? Как? Негативно. А раз негативно, то отрицание капитализма называлось раньше социализмом. Значит, еще одна социалистическая теория, мелкобуржуазная. Мелкобуржуазные социалисты, они все против капитализма, они разоблачают его эксплуататорскую сущность, ее негативные явления все какие, расписывают их, размалевывают, потому что они чувствуют, что этот самый их уничтожает, этот капитализм. И из сотни, хорошо, если из сотни сохранится там несколько человек, которые попадут в буржуа, а остальные падают в ряды пролетариата. Теперь берем буржуазию. Буржуазия, как она относится к капитализму? Вот вы, наверное, слушаете, вот слушал я эти «Эхо Москвы»? Не слушаете, а вы послушайте это. Они все время ругают этот все строй, руководство и президента, и правительство. Ну, потому что они представители буржуазии. А буржуазия как относится к строю? Она всем недовольна. Почему? Потому что буржуазия конкурирует с другими. У нее все мешают. Государство накладывает налоги. Так, лучше бы налоги были меньше. Теперь, значит, оно не дает субсидий никаких, не помогает. Государство не обеспечивает подготовки рабочих. Приходится думать, откуда их брать. Брать гастарбайтеров. А если гастарбайтеров берешь, то начинает заставлять там это все оформлять. А так бы можно их без оформления это хорошо эксплуатировать. Короче говоря, вы знаете каких-то капиталистов, которые бы довольны были этим капитализмом? Нет таких капиталистов. То есть капиталисты тоже выступают против капитализма. Это, а раз они выступают с отрицанием капитализма, вот эти буржуазные течения, которые разоблачают, так сказать, осуждают капитализм и видят его отрицательные стороны, на них делают акцент, то есть отрицание капитализма в рамках капитализма тоже является, называлось, по крайней мере, раньше, социализмом. Это буржуазный социализм. Так, а еще есть у нас церковь, религия. Да, это легче верблюду пролезть через угольное ушко, чем богатому попасть в рай. Да? Вот, значит, христианство осуждает эту погоню за богатством. Это презрение человеческих отношений и так далее. Отрицание духовности и бездуховность. И поэтому на этой почве появляется отрицание капитализма со стороны религиозных деятелей, со стороны церкви. Это как называется? Христианский социализм. И вот все перечисленные виды социализма, которые мы рассмотрели,
вот виды то социалистических учений, они, ну, в общем, носят, конечно, реакционный характер, то есть они никак ни к чему не ведут, ничего они не изменяют в этой жизни. Но они, вот, так сказать, высказывают свое отношение, протестуют, короче говоря. Пассивный протест против всяких противоречий и негативных сторон капитализма. Ну, а что по этому поводу можно сказать? А всегда есть что-нибудь, у любой вещи есть что-нибудь негативное, у любого строя, у любой идеи, правильно? А есть люди, которые мечтают о лучшем устройстве на почве вот этих всех отрицаний, и, опираясь на эти отрицания, начинают думать, как бы их жизнь бы устроить хорошо, чтобы всем было хорошо, чтобы, так сказать, был бы общий труд и общая собственность, и чтобы и все бы работали, много было бы свободного времени, и не было бы порабощения разделением труда людей и так далее. И начинает конструировать всякого рода утопии. То есть конструировать то, дорогу к чему они не знают. То есть начинает придумывать, какой бы был бы хороший строй, и как бы устроить такую хорошую жизнь, и расписывать прямо в деталях, потому что мечтать никому не запретишь. И вот так появляется утопический социализм. Утопический социализм. Известные социалисты-утописты Сен-Симон, Фурье, Оуэн. Ну, а, значит, утопический, наверное, по так сказать, роману «Утопия», который Томас Мор написал, да? А дорога есть к этому красивому обществу, которое расписывают социалисты-утописты? Нет этой дороги. И даже вот, скажем, Оуэн Роберт, который имел фабрику и который пытался на своей фабрике, в отдельно взятой фабрике устроить коммунизм, социализм, ничего у него не получилось. Разорился, в конце концов. А Сен-Симон, очень просвещенный человек, каждые 12 часов сидел дома, и он, потому что ждал, что придет спонсор, человек, который ему даст деньги на реализацию. Он верил в то, что найдется такой человек, который выделит средства на реализацию таких проектов замечательных, которые Сен-Симон разработал. И все было бы хорошо, но спонсор не пришел. Ну что делать? Не пришел. И вот все эти вот социализмы Маркс и Энгельс объявили ненаучными. То есть они не научными в том смысле, что они никакой дороги к другому строю не ведут. Они есть отрицание капитализма в рамках капитализма. И даже вот эти светлые мечтания социалистов-утопистов, и даже гениальные догадки, которые у них были, тоже не ведут ни к чему. И главное содержание коммунистического манифеста было в следующем, что есть такая сила в обществе, которое может этот капитализм ликвидировать и привести, а иначе без силы его не ликвидируешь, потому что есть государство очень мощное, буржуазное и так далее. Поэтому так думать, что кто-то так просто расстанется со своими особыми привилегиями, с богатствами, не приходится думать добровольно. Значит, есть ли такая сила? И вот, как известно, считается, что Энгельс был первым человеком или первым ученым, который увидел в рабочем классе, что это не просто страдающий класс, а это тот класс, которому предназначено историей и его положением экономическим, предназначено капитализм уничтожить не в смысле разрушения того, что сделано капитализм, то есть уничтожить капиталистические общественные отношения и построить социалистическое общество или коммунистическое общество. Про него говорят так, что Энгельс первый сказал, что он не просто рабочий класс, это страдающий класс, это класс, которому уготована судьба основателя, движителя коммунистической революции,
и основателя коммунистического общества, создателя коммунистического общества. Это та материальная сила, которая его создает. Значит, где это, собственно, сделал Энгельс? Это он сделал еще в работе «Положение рабочего класса в Англии». В собрании сочинений Маркса и Энгельса, вот то, что мы с вами изучаем, «Немецкое дело», это третий том. А первый том – это произведение Энгельса «Положение рабочего класса в Англии». Там в предисловии Энгельс пишет к этому своему труду. Это первое политэкономическое произведение, то есть первый занялся политэкономией не Карл Маркс из этих двоих товарищей, а Фридрих Энгельс. И Энгельс сам пишет, а Энгельс, как известно, был сыном фабриканта, не бедным человеком. И после смерти своего отца он стал фабрикантом и помогал, вот был тем самым спонсором, который помогал Марксу дописать «Капитал». Он ему помогал, присылал ему денежки и от его имени писал различные статьи в разные журналы, гонорары от которых попадали Карлу Марксу. Поэтому долго потом разбирался институт марксизма, где Маркс, где Энгельс написали. А он очень талантливым был человеком, и первый вариант коммунистического манифеста написал Энгельс. Так вот, в предисловии к своему произведению «Положение рабочего класса в Англии» Энгельс пишет, что я оставил салоны и салонные разговоры, оставил красное вино и на 3 года уехал в Англию, в ту страну, где развился капитализм больше всех, и где я хотел изучить, как живет вот этот созидающий класс, новый рабочий класс. И я вот с ним прожил вместе 3 года и написал книгу о положении рабочего класса в Англии. Такой уникальный такой опыт, что это вот Энгельс не сам по себе и не рабочий, а наоборот, так сказать, сын фабриканта и потом впоследствии фабрикант, капиталист, который вот осуществил такое предприятие, и он поэтому может считаться вполне основателем всей этой теории, которая чаще называется марксизмом, но могла бы называться энгельсизмом. Потому что если бы не Энгельс, Маркс бы не занялся политэкономией, и потом его убедил заняться политэкономией Энгельс. А первый вариант коммунистического манифеста, который написал Энгельс, назывался «Принципы коммунизма». Вот, поэтому вот такая с этим история. Так что называют научным социализмом Маркс и Энгельс в коммунистическом манифесте? Научным социализмом называется учение о всемирной исторической роли рабочего класса, пролетариата, как создателя коммунистического общества. Учение о всемирной исторической роли рабочего класса как создателя коммунистического общества. То есть, короче говоря, если люди мечтают о коммунизме или разоблачают капитализм, это не научное учение. Научное учение, когда вы показываете ту силу, находите ее где? Не на Луне, не в голове, не в общественном сознании, находите ее в самом капиталистическом обществе. И эта сила... Значит, она низлагает этот строй и низвергает его, и затем приводит к коммунистическому обществу. То есть, а без этого, без указания этой силы, это все, так сказать, просто, так сказать, либо отрицание, то есть критика существующего строя, либо мечтание, не более того. В этом характеристика научного социализма. Вот это научный социализм. Поэтому Маркс и Энгельс являются основателем научного социализма. И с того времени научный социализм уже понимается как учение о том, кто является создателем социалистического общества. А дальнейшее развитие этой темы. Значит, если вы возьмете такую работу, как Маркса, как «Критика готской программы», там говорится о том, что вот новое общество коммунистическое проходит 3 этапа. Первое – это переходный период от капитализма к коммунизму. Второе – это низшая фаза коммунизма. То есть такой коммунизм, который только еще вышел из старого строя, из капитализма, и во всех отношениях несет родимые пятна и отпечатки того строя, из которого он вышел.
Вот что такое первая фаза. То есть первая фаза – это коммунизм, но с отпечатками, радиевыми пятнами старого строя. И, наконец, вторая фаза, высшая фаза коммунизма – это коммунизм, который развился не из капитализма уже, а на собственной основе, то есть из самого себя. То есть коммунизм развивался на собственной основе, освободился от этих родимых пятен и отпечатков и стал полным коммунизмом. Вот это полный коммунизм. А первая фаза – неполный коммунизм. Причем, какие это родимые пятна? Это неравенство, которое остается в первой фазе коммунизма. Неравенство остается, и неравенство несправедливое. И об этом писал Маркс в Кейкегорской программе, что в первой фазе коммунизма неравенство останется, и справедливое, справедливости еще не будет полной. Почему? Потому что вот будет распределение по труду. То есть часть богатств перейдет в общественные фонды. Вот наши экономисты нынешние, современные, посчитали, что примерно 56% того, что в Советском Союзе было бесплатным, приходится вот на это, 56% доходов современному человеку в нынешнем обществе российском тратить на медицину, жилье и образование. То есть, если раньше представлялось, что вот главное распределение у нас в Советском Союзе по труду, а второстепенное по потребности, то на самом деле, как выясняется при расчетах, что главным-то, собственно говоря, и по сути, и по количеству даже, и было распределение по потребности, ну, прежде всего, жилье. У кого больше семья, тому больше квартиры. У кого меньше семья, тому меньше квартиры. По потребности. Не в том смысле, что вот до полного удовлетворения потребности даже непонятно, так сказать, если спросите, какую бы вы имели квартиру хотели. Вот сейчас декларации были наших высших чиновников, у некоторых по полторы тысячи квадратных метров. Или вот Валентина Ивановна, наша дорогая, она заработала, как написано, заработала за прошлый год 160 миллионов рублей. Из этих, в том числе, часть этих доходов получена за счет продажи квартиры. Это, я думаю, не последняя квартира у нее. И она не на улице осталась, не пугайтесь. Из-за продажи одного машиноместа. Наверное, хорошее было машиноместо тоже. Это у нее четвертое место по количеству денег, полученных законным путем в качестве, так сказать, разных оплат, проделанных трудов. Есть и люди, которые по 250 миллионов за год получили среди наших руководителей. По отношению к ним, такие люди, как Медведев и Путин, вообще бедняки, у них у одного 7 миллионов у Путина, а у Медведева всего 8. Просто, можно сказать, пауперизм. Так. Что остается? В чем неравенство? Неравенство при распределении по труду состоит в том, что применяется одинаковый масштаб к различным людям. Вот применение одинакового масштаба к различным людям – это и есть, так сказать, остатки буржуазного права, родимые пятна. То есть один здоров, другой болен. У одного большая семья, у другого маленькая семья, а получают по труду одинаковую долю. По труду. Применение одинакового масштаба к различным людям – это несправедливо. Эта несправедливость остается в первой фазе коммунизма очень долго. Пока ее не изживешь, это не значит не полный коммунизм. Второе. Разделение на классы остается. Неравенство остается между городом и деревней, людьми физического и людьми умственного труда. И преодолеть его – это дело очень долго. И никто из серьезных людей, к которым Никита Сергеевич Хрущев, конечно, не относился, не определял, когда это будет преодолено. Поэтому сказать, когда будет полный коммунизм, конечно, никто не мог. Вот это расписано у Маркса в критике Готской программы, у Энгельса в критике Эрфуртской программы, у Ленина в «Государстве и революции», который это все внимательно собрал и еще раз воспроизвел. И вот такого рода понимание означает, что вот коммунизм сначала проходит этап становления, это переходный период, потом низшая фаза,
высшей фазы. И на сегодняшний день закрепилось в науке понимание социализма уже не как идейного просто течения, а как низшей фазы или первой фазы коммунизма. А что значит первая фаза коммунизма? То есть как коммунизма, но находящегося в первой фазе. Вот коммунизм в первой фазе, то есть неполный, неразвитый, незрелый коммунизм называется социализмом. Особенно следует это иметь в виду, что совсем недавно, ну то есть всего 24 года назад, значит, состоялось крушение КПСС и социализма в СССР, поражение, причем умерла КПСС вот с такой концепцией, как концепция развитого социализма, которая абсолютно противоположна тому, что писали Маркс и Энгельс. И ничего общего с научным пониманием социализма и коммунизма не имеет. Потому что по смыслу вот того, что я вам рассказал, социализм – это не полный, не развитый коммунизм. Поэтому если его развить, будет полный коммунизм. А у них получалось так, что развитой социализм, но не коммунизм. Какая-то ерунда. И никто ответственность, как бывает, за преступление не взял. Фамилия, кто придумал эту концепцию развитого социализма? Попробуйте узнать. Я не знаю. Но это было всеобщее, повальное просто, так сказать, оглупление. Так сказать. Писали, говорили, все в условиях развитого социализма. Какие там тезисы были? Какие там тезисы были? В чем отличие? Тезисы? Ну, основные. Ну, народ так говорил, что это такая высокая стадия социализма, что еще и без денег ничего не дают, но и за деньги уже купить ничего нельзя. То есть это вот чисто надстроечная была выдумка. Или говорили так, что развитой социализм в пределах Садового кольца или Кремля. Действительно развитой. То есть как можно говорить, скажем, если вы принесли статью, я в это время там занимался научной деятельностью, молодой ученый, приношу статью, там, допустим, тяжелый, опасный, вредный труд женщин. Есть там такой? И сейчас есть? Есть? Есть. Да вы что, вы зашумели в условиях развитого социализма? Какой, может быть, опасный, вредный труд? Вообще, с какими-то проблемами, если вы придете и принесете, на вас посмотрят, как на идиота, как сейчас развитой социализм, как вы можете стать беспроблемное общество. Но это, значит, оно не беспроблемное, просто эти проблемы углубляются, а глаза закрыты и уши закрыты в отношении этих проблем. Поэтому эта концепция, которая ослепила и оглушила руководство партии и страны, и поэтому она совершенно все поздавала, все позиции, и сказать, в этом смысле сказать, вот состоялся этот переход к капитализму, вполне естественным по этому путем. Поэтому эта концепция, которая дымовая завеса, которая обеспечила переход, ничего в ней другом, никакого, или безграмотность чистая. Например, еще ей предшествовала концепция, которую развивал Никита Хрущев. Это вы время тем более хуже помните, поскольку тогда вас не было. Вот я тогда уже был, ну, примерно был в таком положении, что когда вот, принималось решение о том, что у нас прекратилась классовая борьба, диктатура пролетариата, что государство стало общенародным, партия стала общенародным, коммунизм будет первая фаза через 10 лет, вторая фаза будет через 20 лет. Это было на 22-м съезде. В 1961 году. Мне тогда было 16 лет. Что у него могло быть в голове? Хрущевизм был. Ну, что вот я читал, слышал, преподавали. Поэтому, хотя, вот если мы правильно будем применять те понятия, о которых мы с вами сегодня говорили. Когда был построен социализм в СССР? Примерно. Когда был построен в той стране, где вы живете, социализм? Я же не про Канаду спрашиваю. Это история нашей страны. И не про Японию. Ну вот мы знаем, что мы Японию разбили в 1945 году, Квантунскую армию, после того, как вот закончили здесь, на Западе, операцию. А социализм когда построили? Когда коллективизация была проведена. Да, когда закончилось проведение коллективизации, и у нас получилось, что в городах была общественная собственность на средства производства, а в деревнях частное хозяйство. И, значит, после коллективизации
У нас появилась еще одна форма подчинения производства общественным интересам в деревне. И получилось в городах государственная форма общественной собственности, а в деревнях и государственная, и кооперативно-колхозная. Совхозы, машино-тракторные станции – это государственная форма. А кооперативно-колхозная вот еще одна форма подчинения производства общественным интересам. И производство все стало в общей собственности. Как называется строй с общественной собственностью на средства производства? Коммунизм. А какая фаза? Первое, потому что он только вышел из капитализма. Поэтому на вопрос о том, а когда был построен в СССР коммунизм? В 1936 году. Ну, в середине 30-х годов был построен. А вот выступает первый секретарь ЦК КПСС Хрущев в 1961 году, через 30 лет почти, и говорит, вот через 10 лет будет первая фаза коммунизма. И за это единогласно голосуют. Это вот сейчас смотришь стенограмму съезда, это кажется вот таким какой-то диким, это такой дикой безграмотностью, которую вот мы тут за это двойки ставим, за непонимание таких вещей. А это же на уровне первого секретаря ЦК партии. То есть безграмотность страшная. И верхушки во многом. И, кстати, вот когда сейчас мы будем отмечать 70 лет Великой Отечественной войны, мы должны задуматься еще на тему о том, что а кто погиб-то больше всего на войне? Самые плохие люди или самые хорошие? Самые смелые, самые решительные, самые боевые? Или наоборот? Вот самые решительные, самые смелые и самые такие принципиальные и последовательные, они погибли в массе своей. А сколько погибло? Сколько погибло в Великой Отечественной войне наших людей? Партии миллионы. Ну это я вас не спрашиваю, Владимир, я спрашиваю студентов. А то вы на все лекции ходите и все уже знаете. И вы его приглашаете, пожалуйста, на экзамен, он будет вам подсказывать. Сколько погибло миллион? А? Ну порядок. Ну мы так картину должны знать, товарищи культурологи, да? Это такое событие историческое крупнейшее. Ну, я вам эти цифры назову. Значит, погибло, военных погибло вот в Германии, немецких и, соответственно, советских, Красной армии. Военных примерно по 9 миллионов человек, с той и с другой стороны. 9. Но, поскольку немцы тут проводили политику уничтожения русского населения, русского там, еврейского населения, вообще, так сказать, населения России, Советской и Советского Союза, то они мирных жителей убили еще 100, что общее число жертв составило 27 миллионов человек. То есть 18 миллионов мирных жителей было убито. Уничтожали дома. Ну, вы видели, наверное, кадры. Кто собой представлял Сталинград? Все знают, что означает тут жизнь в блокаду. У меня вот мать здесь была, в блокаду рассказывала. Ходила, говорит, я своему родственнику, младенцу, за молоком ходила. Ну, на молочную кухню. Идти надо, ничего же не работал транспорт, 2 часа. Туда пришла спокойно, получила молочко, иду обратно. Начались обстрелы. Вот я иду с молоком, думаю, сейчас меня убьют, а молоко попадет. Отопил. Думаю, я вот, а вдруг меня не убьют? Я приду, она ребенку-то не принесла. Не пью. И вот так она так шла, ну вот, не убили. Я рассказывала, что вот поймала на кошку, понесла домой, а сама пошла на копоры. Студентка была здесь, в педагогическом, на 3-м курсе. Вот как вы. Приходит, говорит, Поля, извини, мы эту кошку съели. Так что тяжелая тут была история. То есть, как бы, пытались голодом уморить целый город многомиллионный. Ну вот, как вы думаете, конечно, эти потери, они отразились и на дальнейших событиях исторических. Потому что вот это вот, кажется, победа, это вот что-то такое жизнеутверждающее. Оно ведь еще
связано с словом «добиться победы». Вот если вы чего-нибудь добились, давайте внимательно прочитаем слово «я добилась». Это что значит? Что вот это «с» с мягким знаком означает? «Я добилась». Вот если вот, скажем, вы сдадите зачет, я добилась получения зачета по курсу анализ классических текстов немецкой диалоги. Добилась, ну как расшифровывается это? Ну, по смыслу, филологичен. А? Нет, добила себя. Добилась. Я добилась себя. А если я добился, я добил себя. Я бился, бился и добился. Поэтому вот всегда, так сказать, всякая победа, она связана с колоссальным напряжением сил. Ну, скажем, напряжение сил народа было такое, что он, так сказать, он мог и надорваться на этой вот борьбе. И не удержаться. Потому что вот так вот он потом. Потом он легко воспринял такие течения, что никак всякая борьба прекратилась. Все будет хорошо. Не волнуйтесь, все будет теперь хорошо. Коммунизм вот тут будет через 10 лет. Так, скоро будет. Сейчас мы переходим в Америку по производству мяса, молока. И песни даже пели. Смешные такие. Ура, ура, догоним США по производству мяса, молока. Голосовали и да, и народ, как всегда, по этому поводу творил, что вот, дескать, а чего мяса нет? Ну как, потому что вот свиньи в люди вышли, бараны учиться пошли, лошади Америку догоняют, а куры и утки, глядя на них, со смеху подохли. И вот, так сказать, мяса и нет. Партии голосовали единогласно. Да. Вот многие, я думаю, из тех, кто погибли, не голосовали бы единогласно. Из таких людей, которые как раз, так сказать, не были такими, которых куда угодно можно повернуть. Вывод, значит, коммунизм был построен в СССР в середине 30-х годов, а первый секретарь в докладе в 61-м году говорит, что через 10 лет будет низшая фаза коммунизма, а через 20 лет высшая фаза коммунизма. А уж насчет высшей фазы, ну вот у Ленина написано, что это дело очень долгое, и вот и все. Ну как можно сказать, когда будет уничтожено деление на людей физического и умственного труда? Что для этого нужно сделать? Ну как вы понимаете, что для этого нужно сделать, чтобы уничтожить различия между людьми физического и людьми умственного труда? Вот между трудом можно уничтожить различия между физическим и умственным? Нет, конечно, правда? Ну одно дело я непосредственным результатом имею материальное благо, а другое дело идею. Или услугу, правда? А как между людьми тогда можно? Как вы понимаете, как можно это вот преодолеть не различие между людьми физическим и умственным? Как вы понимаете? А? Невозможно? А вот Маяковский уже писал. Сидят папаши, бороды, веники, землю попашут, попишут стихи. Так у него было это. Но это очень близко к тому, как в марксизме это понимается. Это понимается так, что вот у вас, вы что такое свободное время знаете? Думаю, что нет. Что такое свободное время? Да, свободное время, определение. Что такое свободное время? Научное понимание свободного времени. Вот вы распределяете так, постирать, проехать на транспорте, убрать, почистить картошку, сварить. Это вы самостоятельно будете распределять. Свободное время вы считаете? Это дела. Так, спать вам нужно, есть вам нужно. Да? Много чего нужно вам делать. И что, это все будет свободное время? Это есть другое понятие для этого экономическое. Внерабочее время. Вот вы поступите на работу, это рабочее время. 8 часов отработали, дальше внерабочее. Некоторые добираются полтора часа. Я вот, например, выхожу из дома на лекции, чтобы не опоздать, за 2 часа. Иногда я приезжаю за час, иногда за полтора, иногда за 2. Это зависит от чего? От транспорта. Но я точно знаю, что за 2 часа я не опоздаю. Ну, как-то мне странно было бы на свою собственную лекцию опоздать. Как-то странно.
Поэтому я пробовал, экспериментировал. Вот 1.5 часа – это не гарантированно. Потому что вот сейчас кто-нибудь, сейчас же по путям едут, даже на трамвай мог бы сесть раньше. Когда я учился на матмехе, я садился на трамвай у дома. Я живу там же, где и раньше жил. И через 40 минут я был на Васильевском острове на 10-й линии. Ну, метро остановка. Сейчас, если я сяду на тот же трамвай, того же самого дома, я могу и через 2 часа не быть. Поэтому я на трамвай, естественно, не сажусь. Я еду на один транс, потом на метро, потом еще и так далее. И иногда вот звоню, что я вот, пожалуй, еще чего-то после осталось 10 минут, сейчас через 10 минут буду. Это что? Это свободное время? Нет, это все вот в нерабочее время. В нерабочее время его много. Ну, если минус 8 из 24, остается еще 16 часов. Правильно? В нерабочее время. А сколько же свободного? Это вопрос сложный. Время для саморазвития. Да, совершенно верно. 100 – это 100 время, которое идет для вашего свободного развития. Не такого, что вот вы там кто-то вас принуждает, а для вашего свободного развития. То есть определение свободного времени – это время для свободного. А если вы, скажем, у вас было это время, уже освобожденное от всякого производительного труда и от всяких там дополнительных функций, и вы могли его использовать, но не удалось по разным причинам. Включили, думали, хорошая будет передача по телевидению, а оказалась полная дрянь. Это получилось у вас свободное время? Не получилось. Потому что какое же это свободное развитие, когда оно время истрачено, а развития нет. Так вот, представим себе такую ситуацию в далеком будущем. Далеком, потому что действительно это дело очень долгое, что у вас свободного времени, то есть времени не вне рабочего, это мы с вами поняли, что это другая категория, а именно свободного времени будет больше, чем рабочего. Например, рабочее время у вас будет 3 часа, а свободное время... 3 часа – это мало, что ли, работать, как вы думаете? Интенсивно вы работали 3 часа. А свободного времени 5. И вот вы 3 часа работаете, выполняете, скажем, занимаетесь ткачеством, а 5 часов играете на скрипке. На скрипке. Кто вы? Ткач или скрипач? Профессиональной принадлежности, наверное, ткач. А вот по своему положению в обществе вы кто теперь? Кто вы больше, ткач или скрипач? Ну, чем вы больше занимаетесь, то вы и есть. Правильно? Как это спорный? Человек определил. Сейчас вот человек, вот куда вот направились, в системе разделения труда. Вот вы культурологи, и вот так всю жизнь культурологами останетесь. Возможно. Возможно, нет. Возможно, вы перейдете во что-то, так сказать, там как-то изменится. Но вот вы попали сейчас в разряд интеллигенции. Другие люди высшее образование не получат. Их, таких людей, большинство. Они уже на всю жизнь отделены от высшего образования. Так или не так? И в последнее время, да еще и ухудшилась обстановка. Если еще раньше специалистов готовили, сейчас только бакалавров. Дескать, хватит вам учиться, уже много отучились, давайте выходите, освобождайте, следующие придут. А раньше учили 5 лет. К нас учили 5 лет, а вас 4. Почему? А хватит. А то вы еще будете претендовать на те места, которые занимают те, которые 5 лет учили. Чтобы вы не претендовали вам на всякие случаи. Но некоторые все пробьются, способные. Но надо поставить дополнительный барьер, чтобы вы так постарались. Ну, если он спорный, так и спорьте. Я даже с этим могу согласиться. Конечно, он спорный. То есть, а как преодолеть... Потому что технологическое разделение труда вы никак не преодолеете. Если я произвожу идею, а другой производит мясо, то это никак, если это не преодолеешь. Технологическое разделение труда преодолеть нельзя. А вот то, чтобы я занимался производством мяса 3 часа, а дальше производством вот, читал науку там, логики или читал классические произведения и занимался, так сказать, вопросами философии и культуры, ну, я тогда и буду культуролог, если я больше сгибаюсь. Я 5 часов занимаюсь культурологией, а всего 3 часа занимаюсь
Вот я, у меня так сложилось, что я был 5 лет на кафедре философии и культурологии Института повышения квалификации. И мы еще там преподавали для преподавателей. То есть сейчас я для студентов преподаю. А так мы учили, переподготавливали там преподавателей и повышали их квалификацию. Ну, как говорится, я не сам сюда попал, а направленным взрывом, поскольку закрыли ИПК. И нас всех сюда. Вот, скажем, товарища Орлова, Надежда Хаджимирзановна, она была с нашей кафедры, мы вместе работали. Она вот сюда попала. Уваров попал на кафедру антропологии, это, скажем, Евлампиевна, история философии. Ну, все мы куда-нибудь попали. 6 человек докторов пришло сюда. Так сказать, вот мы-то преодолели разделение труда, нам посодействовали. Теперь я на кафедре социальной философии, философии и истории. А поскольку я был математиком по образованию, я кончил матмех, у меня тут вот как раз вот, так сказать, это вот изменение и преобразование произошли. Но это все равно в сфере умственного труда. В сфере умственного труда. А Энгельс вот говорил, что не надо, чтобы... Надо сделать такое общество, чтобы никто не перекладывал свои доли производительного труда на плечи других. Допустим, 2 часа занимаетесь производительным трудом. На самом деле у нас люди занимаются в домашнем хозяйстве мелким производством, ничтожным. Но когда вы чистите картошку, это какой труд? Это же материальный производительный труд. Когда вы стираете тоже, ну, с машинами даже, это все равно, это труд материально-производительный. Когда вы подметаете, убираете и так далее, это тоже материально-производительный труд. Если он вот столько, вот всякие вот этот мелкий убрать его, и всего труд, так сказать, вполне немерный в крупном производстве будет составлять 2 часа, а остальное время люди будут заниматься своим развитием, в том числе и физическим, и духовно-физическим, это и будет означать преодоление общественного разделения труда между людьми, закрепление за какими-то навечно, на всю жизнь, за какими-то видами труда. И это будет вот преобразование, которое будет означать переход к полному коммунизму. Когда это будет, в отличие от Никиты Сергеевича, вот я вам, так сказать, не могу это сказать, потому что это вопрос, связанный с развитием производительных сил, прежде всего. А вот затем уже с распределением этого свободного времени. Можно сделать так, что у нас свободного времени будет все больше и больше, только вы будете заняться производительным трудом, а я буду этим свободным временем пользоваться. Так ведь можно сделать, да? Если повысилась производительность труда, то можно сделать уменьшение рабочего дня для всех, а можно просто больше сделать богатств для тех, у кого и так их очень много. Можно и так поступить. Вот, скажем, в Европе уже, в Германии и во Франции 35 часов рабочей недели. У нас рабочая неделя какая? До 40. До. Если у вас есть коллективный договор на предприятии, вы можете хоть 35 записать. Можете, а на практике? А на практике сейчас никто не обращает внимания на бесконечные сверхурочные работы. Сверхурочные работы у нас законодательством разрешены 120 часов в год всего. И в течение 2 дней не более 4 часов. Я знаю случаи, когда по 180 часов сверхурочной работы в месяц. И их много. Вот, а у гастарбайтеров, там, они вот просто падают, умирают прямо на работе. Так что тут процесс идет в обратную сторону во многом. Следовательно, вот что мы с вами разобрали? Такие, так сказать, вот социализмы, как некоторый вид идейных течений, да? И оказались там у нас реакционный социализм, утопический социализм. И социализм как общественный строй. Как общественный строй он не представляет собой никакой отдельной общественной экономической формации. Нет такого социалистического способа производства, нет такой социалистической общественной экономической формации, а это просто неразвитый, неполный, незрелый коммунизм. Вот что такое социализм в научном понимании. Это надо нам иметь в виду, когда мы вот разбираем все те категории, которые содержатся в этой самой науке. Значит, что было бы нам сделать желательно в следующий раз, 6 числа? Было бы желательно, чтобы вы подумали, вот, поскольку вы, так сказать, должны изучить эту книгу в целом до конца. Так? И осталось у вас до этого времени, до 13 числа, скажем.
для того, чтобы все до конца прочитать. Что было бы желательно? Значит, вот у нас имеется возможность 6 числа провести своеобразную консультацию. Какие вопросы, какие категории вам непонятны, чтобы я вам на эти вопросы ответил. Почему? Потому что вы это долго будете, так сказать, искать и добираться, а мы к вам представлены как преподаватели для того, чтобы сократить этот путь движения к намеченной цели. Поэтому, это вот кто должен решить? Это вы должны сами решить, что, какие вопросы, то есть как, что непонятно. Что непонятно, какие категории не ясны. И на эти вопросы, чтобы не было таких вещей, что вот вы не знаете, что это такое. Что это такое? Вот, допустим, что такое гуманизм? Все знают, что такое гуманизм. Вот написано. Социализм, коммунизм, социализм, гуманизм. Вот мы разобрали сегодня коммунизм, социализм. А гуманизм что такое? Вы знаете, что такое гуманизм? Зачет гуманно у студентов принимать? Или не гуманно? Гуманно, думаете? Ну, хорошо. Надеюсь, гуманно. Так а что такое гуманизм? От какого это слова? Какой смысл этому? От человека. От человека, да? То есть что значит гуманизм? Что за такое течение гуманизм? Ну тоже нам как-то надо вот на эти вопросы, что это такое? Не вправо. Человек имеет право выбирать сам свою систему, когда человек. Вот сидит человек, на помойке, бомж, он имеет право на все. На жилье имеет право? Вот это называется абстрактный гуманизм, то, что вы сейчас нам сказали. Абстрактный гуманизм. Я сказал, он имеет право. Он имеет право. Подошли к нему и сказали, вы имеете право на лучшую жизнь. И пошли дальше. Вот это и есть гуманизм. Вот вы имеете право есть на золотом блюде, если оно у вас есть? Мы рады, что вы имеете право. Это Чернышевский так писал. Говорит, что такое права человека? Каждый может есть на золотом блюде, если оно у него есть. Вот, пожалуйста. Так. Поэтому вот гуманизм – это концепция такая, или идейное течение, которое как бы проникнуто заботой о человеке. Но вот эти слова про заботу о человеке может сводиться к чему? Как выясняется потом при анализе этих концепций, просто к провозглашению прав. Когда ваши права, значит, вам что нужно? Вам жилье нужно или право на жилье? Наверное, жилье вам больше понадобится. А я прогласил ваши права. Чего вам еще нужно? На питание. Хорошо. Вам питание или право на питание? Право на питание у вас есть. Чего еще? Одежда нужна? Право на одежду. Что еще нужно? Право на учебу. Да. Сейчас приехал. Отчислим вас, а право у вас остается. И так далее. То есть это вот... И это быстро вскрылось, что вот так называемый гуманизм, который не вытекает из, так сказать, не базируется на чем-то материальном, не имеет корней в самом производстве, не привязан к развитию производства, он, так сказать, вот вырождается в пустые такие мечтания, что, дескать, мы люди гуманные, потому что, или как вот, если вы услышите, что миротворцы, это кто такие, которые сейчас летят бомбить? Это миротворцы. Миротворческие силы, правильно? Поэтому мы уже знаем, что в политике, в идеологии, это употребляется многократно и совсем в другом смысле. Вот, так что вот просьба приготовить такие вопросы, это раз. И второе, если у вас будет желание, так сказать, вот попробовать написать следующему разу те, кто еще не написали, или те, кто и написали там другой вариант коротенький на страничку по какому-то вопросу для, так сказать, тренировки, это для безответственного рассмотрения, так что я сюда это проанализирую и, так сказать, покажу, какие есть вот недостатки, а что хорошо и плохо. Это тоже полезно. То есть мы уже должны быть нацелены с вами на подготовку к зачету. Все на этом сегодня. Вопросы есть ко мне? Нету? Хорошо.